В 2024 году Чувашия примет всероссийский слет поисковых студенческих объединений и окружной добровольческий форум. Об этом договорились сегодня глава региона Олег Николаев и директор Роспатриоцентра Елена Беликова. Последовательно поддерживайте наши инициативы на территории Чувашской республики. Конечно, мы в рамках патриотической работы делаем, казалось бы, и классические, все классические направления. Это сейчас Центр «Авангард», Юнармия, форумы «Зорница», «Орленок», которые у нас традиционно очень здорово проходят, привлекают очень большое количество людей сначала на муниципальном уровне, потом на республиканском уровне. Развитие патриотического воспитания и его популяризация – главная миссия Роспатриоцентра. Он реализует более 30 крупных проектов и мероприятий, связанных с любовью к родине и государству. Елена Беликова отметила, что Чувашия активно участвует во многих из них, а местная молодежь в целом настроена очень патриотически. В связи с этим руководитель центра предложила провести в этом году в регионе сразу два крупных мероприятия. Учитывая, что здесь очень развито поисковое движение, хотелось бы, конечно, предложить провести в этом году на территории Чувашской республики всероссийский слет студенческих патриотических объединений. Мы планируем в 4 регионах проводить окружные добровольческие форумы и, соответственно, тоже хотели бы предложить, чтобы вы приняли форум у себя. Конечно, мы с удовольствием примем и то, и другое мероприятие.